Здравствуйте, наши дорогие зрители! Сегодня в рубрике «Мнение» предлагаем вам позицию крымской поэтессы Ореолы Меладан по ситуации с ЧП в парке Львов-Тайган. Давайте будем благоразумны. Все, что случилось в парке Львов-Тайган не так давно, натолкнуло меня на определенные мысли. Во-первых, к вопросу «Кто виноват?». Давайте не перекладывать с больной головы на здоровую. Если вы хотите находиться в безопасности, вы должны сами об этом заботиться. Это ваша ответственность за вашу же жизнь. И вопли о том, что кто-то не обеспечил вам чего-то, даже если они юридически правильны, в критический момент вас не спасут. Ни вас, ни ваших детей, за которых вы несете ответственность, и которым потом надо будет смотреть в глаза и объяснять, почему так случилось. Человека от животного отличает наличие мозгов и роднит с животным наличие инстинкта самосохранения и защиты своего потомства. Почему у некоторых людей нет ни этого отличия, ни этого сходства? Ладно, чего-то можно не предусмотреть, но есть ведь техника безопасности. Она написана кровью. Ее нельзя игнорировать, каким бы крутыми вы себе ни казались. В Тайгане техника безопасности транслируется в разных форматах 4 раза. На входе каждому посетителю выдается путеводитель, в котором правило есть. В динамике на территории парка постоянно транслируется напоминание о важности соблюдения правил. Вокруг вольеров поставлено двойное заграждение. На вольерах есть предупреждающие таблички. Скажите, пожалуйста, чего там Зубков еще не предусмотрел и не сделал? Не учел масштабов скудоумия и безответственности некоторых особей? Не вымазал перила солидолом? Тогда бы точно к ним никто не прикасался. Не обнес вольеры колючей проволокой? То есть, понимаете. Во-вторых, о масштабах трагедии и поднятой в связи с этим шумихи. Мы же с вами понимаем, что случись такое где-нибудь в государственном зооуголке, в новостной ленте промелькнуло бы короткое сообщение, и все. Вся соль в том, что это произошло именно в парке Олега Зубкова. Такая возможность снова пополоскать его имя. Тем более, это отвлечет внимание части людей от вопросов, которые назрели в обществе, и их надо решать. Вы читали статистику несчастных случаев в зоопарках? Так вот, там целый список. И со смертельными исходами в том числе. И везде, это возвращаясь к первому пункту, причина трагедии – грубое несоблюдение правил поведения в зоопарке. Ребенка жалко. А маму не ругайте слишком. Она сама себя еще не раз проклянет. Олегу Алексеевичу сил, терпения, здоровья и удачи. Пусть его парки процветают, несмотря ни на что.